Любимый праздник старшеклассников и студентов Ленинского района состоялся во Дворце спорта «Видное». Традиционный предновогодний молодежный бал собрал под одной крышей всех самых активных, талантливых и отличившихся в учебе молодых людей муниципалитета. Мы очень ждали этот праздник, и сейчас конец полугодия, хорошие оценки, хорошее настроение, хороший настрой. Мы с ребятами очень долго готовились к этому празднику. Принарядились и приехали с безумно хорошим настроением. На бал были приглашены отличники, победители школьных олимпиад и те, кто добился успехов в сферах спорта и культуры. В зале для них были подготовлены интерактивные площадки с фотозонами, где ребята могли запечатлеть этот день в памяти своих смартфонов. Мы ждем, когда начнется часть с дискотекой, а так пока что все очень нравится. Очень классные здесь фотозоны. Вот, мы надеемся, что получить хорошее впечатление от сегодняшнего дня. Чувствую, уровень высокий будет. Везде очень много подготовлено для съемок, фотоаппаратов. Молодежь, что любит музыка. Но я думаю, будет очень круто, потому что я был в прошлом году и позапрошлом, и я готов к жаре. Школьников сопровождали их учителя. Несмотря на это, никто из ребят не стеснялся и давал волю эмоциям. Старшие наставники и сами были рады принять участие в празднике, ведь позади первое полугодие, и сейчас можно отдохнуть и повеселиться. Как педагог я могу сказать, что это мероприятие очень играет большую роль, потому что ребята общаются не только среди своих, но и знакомятся с учащимися других школ. И это способствует тому, чтобы молодежь общалась, а не только сидела дома в социальных сетях. Мероприятие посетил глава Ленинского района Валерий Венцель и поздравил молодежь с наступающим Новым годом. Хочу пожелать вам крепкого здоровья, успехов. Я хочу, чтобы, ребят, вы ставили перед собой высокие планки, достигали обязательно хороших результатов, чтобы все-таки наш Ленинский муниципальный район звучал не только на просторах Подмосковья, не только на просторах нашей Российской Федерации, но и на просторах всего нашего земного шара. По традиции, именно глава района дал старт праздничной дискотеке с участием приглашенных артистов. Музыка и танцы продолжались до позднего вечера. Дмитрий Книга, Владимир Бежонов, Елена Кошелева, Видное ТВ.